Здравствуйте, меня зовут Андрей Павликов, Свердловская область, город Североуральск, акционерное общество СУБОР, Североуральский бокситовый рудник. Я рабочий, значит, машинист подземной буровой установки 5-го заряда. Хочу обратиться ко всем рабочим, работникам вообще всей России. Значит, вступать в партию, организовать профсоюзы, значит, вести классовую борьбу. Ну, в чем заключается наша борьба? Общая заключается за наши экономические интересы. Имеющие интересы, повышение заработной платы. Эта проблема, она актуальная сегодня в наше время. Она и везде, не только у нас, и в других странах. Но прежде всего хочу сказать, что вступив в партию, в первую очередь у вас найдется понимание, осознание того, что это сделать нужно сегодня. Потому что это главные проблемы сегодня нашего рабочего класса, потому что уже хуже быть не может. И поэтому для общего понимания, для общего развития, чтобы вы поняли, что нужно сделать вам, это вступить в профсоюз, значит, вступать в партию. Все подробности на сайте Фонда Рабочей Академии. Как и что сделать, это призыв ко всем, потому что нужно понять понимание того, что сегодня либо мы, либо нас. Поэтому третьего не дано. Никто не придет, какой-нибудь новый царь, не президент наш, никто за нас ничего не сделает, только мы. И вы должны осознать это. Еще раз повторюсь, организуйтесь в коллективы, общайтесь, разговаривайте. Что, если непонятно, на YouTube канал есть видео, сайты, ролики выкладывают, лекции с Михаилом Васильевичем Поповым, Александром Сергеевичем Казеновым и другими профессорами, где вам, посмотрев это видео, вы поймете, не все так потеряно, как на самом деле кажется. Вступайте в рабочую партию, рабочий класс, вставайся, поднимайся.